привет, это Саратов Лайф, и с вами Павел Оленченко и Алексей Королев. И колени не укрепляем. Не упрямляем. Не упрямляем, да. С нами тренируется самый сильный человек Европы Владимир Кравцов. Владимир, поставьте меня уже, поставьте, я понял, что вы сильный. Эмоции от соревнований и от победы, они непередаваемы. Но это все равно, что объяснять удовольствие от общения с противоположным полом. Это надо прочувствовать. Такое ощущение, что гравитрон это как будто бы из трансформеров какой-то трансформер. Очень необычно. Как будто бы ты подтягиваешься, и ощущаю себя очень маленьким, как будто я подтягиваюсь, а мне снизу помогает папа и толкает меня. Какие девушки нравятся качкам? Такие накачанные или вот миниатюрные, миленькие, хорошенькие, маленькие? Не думаю, что тут какая-то разница есть с людьми, которые не посещают тренажерный зал. Ну, качки такие же люди. У всех предпочтения, это надо там по Зигмунду Фрейду посмотреть. Тренажер для разгибания ног на четырехглавую мышцу бедра, да? Mm-hmm. На передней поверхности. Далее разгибаем ноги наверх, делаем выдох. И носки на себя вот таким образом, чтобы более эффективно была нагрузка шла. Очень непростое упражнение, друзья. Два. Таким образом тоже выполняем 12 повторений. Вот о чем думали? Когда надели на штангу. Там все идет на автомате. Эмоции и понимание, они, наверное, позже приходят. Когда ставишь точку, ну, это вот какие-то там, наверное, животные инстинкты. Спина прямая. И локти на месте. Не вводим вперед, ни в сторону, ни назад. Друзья, обратите внимание, какая у Леши децуха. Если ходить наверх, держу с верхнего блока. Класс сверху. Локти также на месте, так ноги уже можно ставить прямо и разгибаем. То есть небольшое расстояние вот это вот, да, мы делаем вот так вот, это надо. Это упражнение на 30. Что-то сказать? Это чтобы делать больше, нужно правильно дышать. И питаться, Алексей, здоровый сон очень важен. Друзья, очень хорошая программа вот эта силовая, потому что она захватывает очень большое количество мышц, групп мышц. Вот. Да, Павел? Да, Алексей, давайте уже, хорошо, показывайте, Вадим, свой пресс. Назад отклоняемся, да, до конца. Локти в сторону, до конца, нет? Вот здесь останется. Два, три. Друзья, смотрите, Павел держит невидимые наушники около ушей. Смотрите, вон. Все, сдал, видимые наушники. Проиграл! Я, наверное, возьму ваш образ жизни за пример и стану таким же накачанным и большим, как вы. Ну что, все? Да, на этом мы заканчиваем тренировку. Таким образом, регулярно, систематически занимаясь, вы добьетесь определенного успеха. Друзья, мы советуем вам приходить и заниматься вместе с нами в новом, самом большом в городе фитнес-центре «Волга Спорт».